Вы никогда. Знаете, что для этого нужно? Вы. Ван. Мистер Ван. Уже поздно. Я сказал, что у меня будет 30. Еще даже не 4. Вы были выбраны для этой работы. В частности, обеспечение безопасности при транспортировке может быть сложной задачей. Также имейте в виду, что вам последнее время. Вы хотите, чтобы я тоже взял дополнительные воздушные шаттлы? Я знаю, что я получу, если все не встанут. Добрый день, мистер. Ах, черт возьми. Отвалите. О боже, если вы, ребята, станете еще более уродливыми, мне придется начать убивать вас завязанными глазами. О, как хорошо для меня. Когда они это делают? Режу вместе с ними головорезы. Это так некрасиво. Топчу демонов, которые хотят всего этого. Уютно стреляю в кошмары, которые летают на своих крыльях. Это несколько моих друзей. О, привет, ребята. Много направлений. Просто сделайте резкий поворот влево через мой меч и продолжайте идти. О, да. Отличная работа. Вы заслуживаете за это руки. Муши Хака может быть хладнокровным боссом мафии социопата, но она знает, как украсить. Алло. Здравствуйте. Иисус, это вечеринка. Был ли разлив токсичных веществ? Возможно, вы поймете ее предназначение. Очаровательно. О, у вас будет свой шанс. Я понимаю. Произошел инцидент. Мистер Ван. Смит, что вы здесь делаете? Вы работаете на этот удар. Тоже, милая леди. Я в деле. Никто не работает, кроме меня самого. Вы двое знаете друг друга. Смит, мой механик. Почините мою машину несколько десятков раз. Я здесь по личному делу. Комика пропал без вести. Именинница.
Значит ли это, что все в порядке? Вам не поздоровится, если вы не закроете свой болтливый рот. О, я понимаю, что происходит. Дочь большого босса потерялась в вашей дежурстве. Я чувствую запах обезглавливания. Что еще более важно, как вы думаете, они будут продавать билеты? Я боюсь, что ситуация довольно серьезная. В течение некоторого времени она беспокоилась, что Зил ее раскусил. И сегодня она убиралась в моем гараже в 4. Она никогда не опаздывает. Стойте, стойте. Перемотайте назад. Зила Орочи. Зила. Да. Она работала в его лабораториях под прикрытием. О, ему не нравятся такие вещи. Я организую спасательную миссию. Зила, безопасность — это легенда. Они не прошли бы мимо стойки регистрации. И что бы вы предложили? Войдите. Тихо. Пошлите одного парня, желательно такого, который знает свое дело. Вы предлагаете свои услуги? Зависит от того, сколько вы платите. $100 наличными с нулем. Это должно понравиться моему бухгалтеру. У меня все еще есть несколько старых значков и пара поделок. Я могу войти, по крайней мере, сказать вам, в чем вы имеете дело. Идите тогда и выясните, что случилось. Верните ее, если сможете. Вернитесь сюда. Нет, это первое место, которое они будут искать. Отведите ее какой? У меня есть уединенное место, которым вы можете воспользоваться. Хорошо, тогда отведите ее к старику. Приведите ее в мой гараж. Я встречу вас там. Почему вы хотите, чтобы я это сделал? Я могу отдать это ей. Хотите увидеть ее, Лован? Да? Не делайте этого. Если она умрет, они будут неделями выковыривать ваши кончики пальцев из моих садов. Дамы, она точно знает, как мотивировать свою рабочую силу. Запугивание — это инструмент боязливого сердца. Эй, это лучше, чем быть дураком из-за слезливого пердуна. Это глубоко глупо, но это правда. Достаточно справедливо. Убирайтесь отсюда. Я начинаю чувствовать себя чертовой миссией. Но знаете что? Няни хорошо зарабатывают. Добро пожаловать в блестящее счастливое будущее. Эй, хочу. Просто в наши дни так трудно найти что-то хорошее. Нет, чтобы убить вашего фальсификатора. О, здравствуйте. У друзей нет патронов. Вы готовы убить несколько человек? Будущее просто продолжает пугать. Будущее. Вот. Комнаты заперты. Пули непробиваемое стекло тоже. Мне интересно, не Камика ли это, моя звездная ученица. Да, конечно, это она. Подойдите сейчас же. Подойдите сейчас же. Успокойтесь, моя дорогая. Отпустите вас. Боюсь, я не могу этого сделать, моя дорогая. Это испортило бы наш грандиозный эксперимент. А вы всегда любили эксперименты. Прежде чем мы отправимся в это грандиозное приключение, я должен кое-что сказать. Я в большом долгу перед вами, юная леди. Я бы никогда не достиг всего, что у меня есть, без вашей помощи. Лаборатория просто не будет прежней без вас, у кого можно украсть. Продолжайте. Черт возьми, Зила. Я знал, что вы увлекаетесь какими-то извращениями. Это совершенно другой уровень. Это странно. Что происходит? С ней все в порядке. Кто-нибудь проверьте ее жизненные показатели. Пульс в норме, сэр. Развяжите ей кляп. Я не хочу, чтобы она задохнулась. Нам нужно, чтобы она была счастлива. Продолжайте вонять смертью. О боже. Теперь это становится интересным. О! Расчленяйте детей. Охраняйте комнату. Мне нужно осмотреть ее лично. Я уже в пути. Да, сэр. Эй, ребята, вы знаете хорошее мексиканское местечко поблизости. Что? Возьмите его. 1, 1, 2, 3, 5, 8.
1321, 3455. Привет, леди с жутким номером. Я собираюсь вытащить вас отсюда. Мне просто нужно, чтобы вы это сделали. Я кладбище надежды. Я конец всех времен. Я тень этого мира. Чёртова девчонка. Во всем, что ты пожелаешь, будет весь закон. Я грязь у вас под ногтями. Я масло, которое окрашивает вашу душу. Я проявленное отчаяние. Хорошо, так что это, наверное, ужасная идея. Но у меня здесь вроде как нет варианта. Я развяжу вас, когда сделаю это. Пожалуйста, не ешьте мое лицо. Я друг. Хорошо, друг. Хорошо, поехали. И мое лицо остается неровным. Я запишу это в колонку. Идите наверх. Давайте. Успокойтесь там. У вас действительно хорошо получается не есть. А теперь скажите, где аварийный выход? Черт возьми, это место является пожароопасным, если я когда-либо видел. О, здравствуйте, дамы. Что это? Вы заперты в стеклянной коробке. О, это хорошо. Сколько лет вы провели в моей школе? Послушайте, я бы с удовольствием остался и наверстал упущенное. Но у меня есть эта одержимая девушка, и она. Вы понимаете, что я имею в виду. Дети сегодня, верно. Смит. Камико. Что случилось? Они вкололи ей какую-то сыворотку, и она пошла вот так. Быстро следуйте за мной сюда. Я надеюсь, что могу вам доверять. Ого. Что это за место? Это моя другая мастерская. Святые куски мешков с дерьмом. Где вы взяли все эти мечи? Я сделал их. Это ремесло моей семьи, но у меня нет времени объяснять. Они здесь внизу. Хорошо. Вот, теперь подождите здесь минуту. Подождите здесь. О, это не проблема. Я просто побуду здесь, пока Линда Блэр будет блевать кровью из своих глазных яблок. Я знаю, мне это нравится не больше, чем вам. Теперь я могу идти. Если мы не будем действовать быстро, она умрет. Кто это? Мы? Белый человек. Извините меня. Хорошо, хорошо. Что? Что вам нужно, чтобы я сделал? Мне нужно место, где она могла бы остановиться. У меня есть футон. Она может спать дальше. Это тоже мой диван. Но он чистый. Но у вас есть это место. Почему она не может просто остаться здесь? Мне нужна душа, с которой она могла бы сотрудничать. Ее тело было испорчено. Если я не отделю ее душу от нее в ближайшие несколько минут, она тоже испортится. И она исчезнет навсегда. Это довольно круто. Как только ее душа будет удалена, мы сможем починить ее тело. Тогда она может войти в него снова. Но в то же время мне нужно место для его хранения. Нечто подобное уже было однажды, и это плохо кончилось. По правде говоря, вы – мой единственный выбор. Хорошо, тогда храните это в своей душе. Я не могу. И выполняет ритуал. О, есть правила, которые удобны. Она зашла слишком далеко. Я должен остановиться. Это я. Мне недостаточно платят за это. Я ночной кошмар. Что вы делаете со стариком? Через улицу. Готовы. Готовы. Готовы к чему? Алло? Кто это? Это я. Камико. Девушка из Zilla Labs. Да, yeah. Тот, кого я спас. Я не уверена. Sure. Я мало что помню. Где вы? Я не знаю. Где вы? Я не уверен. Все стало так громко, и все потемнело. Ну что, вы пробовали открыть глаза? На самом деле, мне это не приходило в голову. С вами все в порядке, Смит? Я в порядке. Я просто... Где я нахожусь? Смешно. Вы в порядке. С ней все в порядке. Она только что сказала вам. Подождите. Это самое странное. Это мое тело. Подождите. Это мои пальцы. Ну, кто говорит? Я сделал это или что-то в моей голове. Я продолжаю слышать в вашей голове. Это я. Вы меня слышите? С ней все в порядке. Я думаю, что это сработало. Смешная душа временно передана на ваше попечение. Вы серьезно? Это действительно довольно чудесно. Это не то слово, которое я бы выбрал. Я
еду на дробовике с этим тупицей. Вы понимаете, Чимико? Все будет хорошо. О, хорошо, конечно. Я имею в виду, что до сих пор этот день был фантастическим. Я потеряла работу, а потом мой босс попытался убить меня. И теперь я застряла в голове какого-то подражателя ниндзя. Она великолепна. Как долго мы должны это делать? Это так странно. Я здесь и вижу вашими глазами. Но я тоже сплю, вернувшись в Дадзё Смита. Я могу чувствовать себя с закрытыми глазами. Мне интересно, смогу ли я? Пошевелите мои. Не напрягайте мышцы. Вас убьет, если вы позволите мне сосредоточиться на секунду. Вы думаете, легко делиться с кем-то своими мыслями? Я не думаю, что вообще смогу пошевелить своим телом, пока вы не сможете пошевелить моим. Да, сэр. Капитан Красти, сэр. Вольно, солдат. Я видел, как вы пили. Мастер Уэйн, рад с вами познакомиться. Я много слышал о вас. Все хорошо, я надеюсь. Приятно познакомиться с вами, дети. Эй, что происходит? Привет, Дэйл. Обычная тренировка бдительности. Я взял на себя занятия кунг-фу для мастера Смита, пока он работает над лекарством. Приятно. Звучит забавно. Это работа. Мы должны быть готовы в любой момент. Для чего именно? Правосудие никогда не отдыхает. Ух ты! Вы серьезный молодой человек. Я бы сказал, что вы напоминаете мне меня. За исключением того, что вы находитесь настолько далеку от меня. Насколько это возможно по-человечески? Спасибо вам, сэр. Я не знаю, как это понимать. Мастер Смит попросил меня показать вам некоторые ключевые техники, которые мы разработали здесь во время вашего обучения. Они должны быть элементарными. Стреляйте прочь. Я всегда готов к новым и лучшим. Лучшим способом получить. Ло Ван, как у вас дела? Новый сосед по комнате. О, вы знаете, это здорово, пока она держит рот на замке. Я должна весь день кататься в этой выгодной доме вашего разума. И не говорить об этом. Я бы хотела, чтобы у меня была кожа, чтобы я могла выползти из нее. Вы напыщенный, сексуально озабоченный идиот. Она согласна. ММ, я очень в этом сомневаюсь. Пожалуйста, относитесь к ней с уважением и добротой. Лоанг, она мне очень дорога. О, смотрите, кто-то с хорошими манерами. Это шокирует. Я уверен, что вы двое найдете способ забыть о своих разногласиях во имя общего блага. Если под большим благом вы подразумеваете, что я получу свои деньги, то я искренне согласен. Деньги — это иллюзия, используемая для гипноза маленьких умов, но она определенно помогает, когда вы пытаетесь купить бутылку хорошего виски. Мне нужны четыре вещи. Первый — демонический жезл. Затем кожа крупного млекопитающего и несколько необработанных кристаллов. Их обычно можно найти возле черных мозговых бассейнов. Но будьте осторожны. Бассейны — это то, что, по-видимому, вызывает мутации и животных там. Может быть, я заодно прихвачу что-нибудь на ужин. Я бы не рекомендовал их есть. Я обречена. Мне также понадобится золотая хризантема. Они обычно есть у продавцов на рынке. Ух ты, кристаллы и цветы. Эй, чуваки, мы собираемся гармонизировать наши резонансы и использовать их для левитации Пентагона. Что-то в этом роде. Давайте. Чем скорее я получу эти материалы, тем скорее у меня будет время вернуться туда, где ей самое место. Хорошо, хорошо. Возвращаюсь в мгновение ока. Ларри, как там дела? Вы знаете этого парня, старого друга? Вы всегда заставляете меня улыбаться. Лова, нет, подождите. Дело не в этом. Вы всегда заставляете меня пердеть. Вот что это было. Это больно, Ларри. Вы знаете, что вы настоящий демон. Вы знаете, это то, что моя мама всегда говорила мне. Что я могу для вас сделать? На самом деле у меня сегодня очень особая просьба. Мне нужна золотая хризантема. Оу! Специальный предмет. Очень трудно найти. Ну же, Ларри, я знаю, что вы держитесь, и вы у меня в долгу. Это честный полицейский. Придурки больше с вами не связываются. Они все еще время от времени бросают на меня неприятные взгляды. Но с тех пор, как вы вселили мне страх перед Фарком, не было ни одного инцидента. Я действительно сделал это не так. И я действительно у вас в долгу. Вот здесь, на мне. В следующий раз принесите свой бумажник. Хорошо. Эй, спасибо за это. Спасибо вам. Вы спасли мой бизнес. Вы сделали меня моей жизнью. Эй, давайте не будем плакать по этому поводу. Я не хочу, чтобы вы начали плеваться кислотой во всем. Демон расист. Крепко целую. Фу.
Этого демона зовут Ларри. Ух ты, его настоящее имя непроизносимо. Ему нужна была какая-нибудь машина. Милая машина. Это наш единственный вариант транспортировки. Что? У вас есть идея получше? Извините, я просто привыкла. Что? Телепортация. На самом деле, вы недалеки от истины. Что? Я поняла это, когда тренировалась со Смитом. Это был несчастный случай. Вы случайно телепортировались, когда я призвал свой разум. Я вижу эти статуи, и если я сосредоточусь на одной из них, это как бы притягивает меня к ней в реальном мире. Как? Я понятия не имею, как это работает, но я занимаюсь этим весь прошлый год. Неудивительно, что Смит проявил к вам интерес. Вот, закройте глаза. Я вам покажу. У вас Ванга говорит лучше, как будто ей не все равно. Не совсем так, но мы работаем над этим. А вы являетесь неотъемлемой частью ее выздоровления. Я в этом не уверен. Хорошо, зайдите в мой кабинет. Мне нужно кое-что сделать. Где это было связано с получением денег? Это. Вы знаете, что она сокровище. Равей. Я не ожидал, что вы вернетесь так скоро. Забавно, насколько эффективным вы можете быть, когда кто-то в вашей голове все время кричит на вас. У вас есть проблемы с эффективностью? Значит, вы с Камико ладите. Я бы не назвал это столько ладить, сколько справляться. Хватит болтать. Давайте продолжим с этим. Скала не выбирает ни реку, ни реку. Камень, но ни то, ни другое не существовало бы без другого. Скажите ему, чтобы он отложил загадочную мудрость и уже приготовил мое дурацкое зелье. Камико говорит, что вы полны. О, я очень в этом сомневаюсь. Хорошо. Она сказала, чтобы вы отложили загадочную мудрость и уже приготовили дурацкое зелье. Это моя девочка. Мои вещи, пожалуйста. Вот так. О, и еще у Камико был вопрос. Что это была за штука? Ее отец поймал ее. Это дух. Ну, чрезвычайно мощный артефакт. Что теперь сказать? Это похоже на контейнер. Только оно может вместить душу человека. Подождите, серьезно? Почему я не могу жить там, а не с этим идиотом? Она хочет знать, почему вы не поместили ее туда. Это была бы не очень хорошая идея. Как только вы войдете в дух Уилл, вы никогда не выйдете. О, так это похоже на комик-кон. Это сложная операция. Это займет у меня некоторое время. Свяжитесь со мной, когда сможете. Мне нужно, чтобы вы выяснили, на чем работал этот маленький засранец. Она регулярно отправляла отчеты, но я думаю, что она что-то скрывала от меня. Конечно, я что-то скрывала от вас. Вы злая сука. Что тут смешного? Ничего. Личная шутка. Мне нужно, чтобы вы поехали в ее квартиру в городе и принесли мне все, что сможете найти, похожее на науку. Записные книжки, лабораторное оборудование. Похоже, это требует большой инициативы. Послушайте, вы дерзкий кусок дерьма. Я наняла вас для защиты очень дорогого товара. Вы вернули ее сломанной, пока ее не починят. Ваша задница принадлежит мне. Если я скажу, что хочу человеческую кормушку для птиц, вы начнете запихивать крошки себе в задницу. Ах, это красочно. Я просто привык к работе, которая требует больше руки и меньше перетаскивания. О, у вас будет свой шанс. Зила собирается закрепить свое место с помощью серьезных мускулов. Черт возьми. Я имею в виду, замечательно. Веселитесь, вы жалкий кусок дерьма. Я тоже люблю вас, милая. Чувак, она очаровательна. Иногда я фантазирую о том, как ее медленно съедают заживо муравьи. Это успокаивает. Напомните мне, чтобы я подкрался к буре. Парни, это неправильно. Я не хочу быть правым.
Хорошо, где то, что нам нужно? О, я ничего из этого здесь не храню. Они заняли первое место. Посмотрите. О чем вы говорите? Мы потратили все это время, вламываясь сюда. У меня вся рубашка в крови. Зачем нам это? Я действительно хотела чашку чая. Вы хотели? Я люблю чай. Хорошо, подождите. У вас здесь есть чай. Где, черт возьми, вы взяли чай? Зила знает одного парня. Это одно из преимуществ. Не могли бы вы поставить чайник? Послушайте, я не думаю, что у нас есть на это время. Где ваши записи? Я говорю вам, не сделаете ли вы мне чашку чая? Нет, я устал от этого. Я не ваш личный камердинер. А теперь, где ваши дурацкие заметки? Я отдала их Зингу на хранение. Зинг, как голова в коробке. Вы знаете кого-то еще по имени Зинг? Он единственный человек, обладающий хоть какой-то честью в организации Зилы. Человек, возможно, растягивает его. Почему бы вам не высказать справедливую точку зрения? Подождите, вы его знаете. Мы встречались однажды давным-давно, еще до того, как он появился на телевидении. Я никогда не ожидал, что он пойдет работать на Зилу. И вы сделали это. Я сделала это. Мы все делаем свой выбор. Хорошо, давайте посмотрим на большую удачу. А как насчет моего чая? Сейчас нет времени. По крайней мере, возьмите это с собой. Может быть, у Зинга будет чайник. О, и мы должны взять с собой мою карточку-ключ. Конечно. Иначе как бы они узнали, что мы в гостях? Вы думаете, я идиотка? Это карта, которую я взломала. Полный доступ, полная анонимность. Хорошо, это впечатляет. А новаторская технология Чи — это не так. Я не могу победить с вами. Вам не следует пытаться. Так, так, так. Если это не мой любимый корпоративный зазывал. Здравствуйте, Ван. Как чудесно. Я не видел вас целую вечность. Боже мой, вы кажетесь ботом. Вы будете поражены тем, что даст доступ на людей. Разрушьте свою веру в человечество. Совершенно верно. Это действительно очень забавно. Это похоже на реалити-шоу, только вы знаете настоящее. Как вы сюда попали? О, я перекинулся парой слов с охранником. Извините, я всегда все портил. У меня был меч со стражником. Да, это звучит как старый мистер. Зила знает об этом. Это строго по расписанию. На самом деле я здесь из-за друга. Мисс Камико. Камико. Кто она? Я беспокоился о ней в последний раз, когда мы пытались казаться вместе. Скажите ему, что со мной все в порядке. С ней все в порядке. У меня были трудные времена, но держась там, она послала меня за своими записными книжками. Ну, теперь это неловко. Она дала мне очень конкретные инструкции никому их не передавать. Давайте, Зин, вы меня знаете. Моя точка зрения такая. Откуда мне знать, что вы действительно здесь из-за ее ванны, а не просто пытаетесь продать ее исследование тому, кто больше заплатит? Потому что. Хорошо, это может прозвучать глупо, но на самом деле она у меня в голове. Приходите еще. Ее тело было испорчено, а душа больна. Я действительно этого не понимаю. По правде говоря, все, что я знаю, это то, что она здесь. Это смешно. Да, это смешно. Однако из этого вышло бы замечательное телешоу. Я так думаю, если бы это было правдой. Но вы не можете быть. Скажите ему, что я должна пропустить 400 сегодня. Она хочет, чтобы я сказал вам, что она пропустит сегодня 4 часа. Мое слово. Что, черт возьми, такое 4 часа? Клуб смешной. Раньше я приходил каждую пятницу в 4. Мы пили чай и смотрели фильмы с Джеки Чаном. Это восхитительно. Вы доказали свою точку зрения. В приводах есть чипы снижения. Я пришлю вам идеи кораблей, которые подскажут вам, где их найти. Видите, вы лучше. Я бы хотел, чтобы у вас сейчас было тело, чтобы я мог его обнять. Вы имеете в виду того, кого вы разрубили и сбросили со скалы? Да, это тот самый. Да, я должен вам сказать, что я не уверен, что сейчас нахожусь на рынке объятий. Достаточно справедливо. Идите сюда, вы кисли.
Я думаю, что когда-нибудь привыкну к жизни. Позвольте мне угадать. В ваше время вам приходилось идти пешком 20 миль в школу по снегу, а шоколадные батончики стоили 5 центов. Вы не могли просто купить дешевые мощности у дилера на углу или включить на них свою машину, черт возьми. Это вас беспокоит. Это дешево. Я учился десятилетиями, прежде чем вообще научился лечить. Теперь я не могу идти по улице без того, чтобы не попытаться левитировать. Я думаю, вам просто не нравится, когда другие люди обладают властью. Я думаю, что я просто верю в тяжелую работу. Какой бы ни был старый. Что за... Стойте. Подождите. Не давайте ей этого. Почему бы и нет? В этом есть мое настоящее исследование. А все остальное просто праздные рисунки, стоящие примерно столько же. В этом бизнесе нельзя быть слишком осторожным. Всегда есть кто-то, кто пытается украсть вашу работу. Да, об этом. Вы знаете, я делаю это только потому, что это нормально. Просто убедитесь, что вы отдали ей подделки. А как насчет этого? Этого мы уничтожим. Я даже не хочу думать о том, что произойдет, если это попадет не в те руки. Ну, она может выглядеть глупо. Эй, но она умеет ездить верхом. Представьте себе. Это все, что я принесла? Все, что не было прибито гвоздями. Я думаю, что один из них может быть даже дневником ее снов. Я надеюсь, что нет. Я не хочу знать, что снится этой штуке. Вероятно, из-за денег, как и все остальные. Говоря об этом, конечно, вы великолепны, попка. Но будьте готовы. Вы мне скоро снова можете понадобиться. Я посмотрю, смогу ли я вписать вас в свое расписание. У меня есть для вас другая работа. Потрясающе. Я работаю. Еще один день рождения. Последнее прошло так хорошо. Мне нужно, чтобы вы собрали разведанные. О, но вы и разведка. Похоже, не разговариваете. О, Зинг. Очень мило. Что вам нужно, мама? Мы пытаемся найти источник черной тины, которая проникает в дикие земли. И мы считаем, что она может исходить из одной конкретной области. И эта область есть. У него нет названия. Сейчас я посылаю вам координаты. Я не могу ждать. Удачи, мистер Ван. Ого, Нелли Бёрдс. Что за? Как вы думаете, что это такое? О, я точно знаю, что это такое. Это внешние ворота. Должно быть, именно здесь они появились в нашем мире после столкновения. И посмотрите на это. Вы знаете, что это такое? Нет, но у меня такое чувство, что вы уходите. Что просто не имеет большого значения. Вы хотите услышать еще одну историю о том, как вы пожелаете? О, пожалуйста. Знаете что? Я не собираюсь Срань Господь. Что? Тихо. Это место. О, этот парень. Вы бог я. Мы супер крутые, пока его задница не взорвалась. Что-то в этом роде. Эй, шоу уродов. Давненько никто не надирал задницу. О, нет. Повесьте. Вы пришли позлорадствовать над моими скудными обстоятельствами. Ну, это входило в мой первоначальный план, но теперь, когда я здесь, почему бы и нет? Все будет как в старые добрые времена. Я не знаю, почему. Я думал, что получу от вас сочувствие. Некоторые наивные думали, что однажды вы вырастете.
Да, продолжайте мечтать. Похоже, ваша старая топчущая земля прорвалась в наш мир. Каково это быть на моей территории? Я постарался принять ситуацию со всем достоинством, на которое был способен. Эй, ноль — это начало. Почему вы все еще околачиваетесь здесь? Мне поручено охранять ворота. Столкновение не изменило этого факта. Меня послали выяснить, откуда идет. Похоже, у вас там есть маленькая секретная проблема. Если бы некоторые стороны не взяли на себя смелость нарушить ворота, мы не оказались бы в таком затруднительном положении в первую очередь. О, вы имеете в виду мою блестящую стратегию отвлечь вас, пока я надеру вам задницу? Вы не понимаете, с какими силами имеете дело. Если бы не я, ворота открылись бы в тот день. Человечество погибло бы, если бы не моя жертва. Хорошо. Вы втайне хороший парень. Выкиньте меня из головы. О чем вы говорите? В прошлый раз, вы знаете, я победил его. Мой мозг отворот. Когда он пошел, чтобы снова запечатать их, я напал на него. Это было какое-то серьезное поле боя. Обещание. Это тонкая грань между блестящим и красивым. Эй, победа есть победа. Он пытался убить меня. Вы когда-нибудь задумывались о том факте, что вы герой всех историй, которые вы рассказываете? Я имею в виду, давайте, насколько вероятно, что вы всегда... Извините, я должен ответить на это. Пожалуйста, вернитесь сюда, со всей поспешностью. Зил вторгся в деревню. Я полагаю, что они ищут химикат. Мы будем признательны вам за помощь. Черт возьми. Я сейчас буду. Мы должны немедленно вернуться туда. Нет, леди. Телепортируйте нас уже. Хорошо. Просто позвольте мне зафиксировать. О, это странно. Я не могу. Я не чувствую статуи в городе. Как будто их там нет. Это не имеет значения. Просто подведите нас поближе. Хорошо. Рядом есть одно место. Это будет поход. Из возможного, леди, это исключено. Ого! Это очень много солдат. О, извините, у меня не было ваших планов. Не волнуйтесь, судя по всему, я буду проблемой. Если они зашли так далеко, то, вероятно, уже добрались до святой святых Смита. Поторопитесь. Привет. Я могу доставить нас туда быстро, или я могу доставить нас туда живым. Качественный хаос требует времени, вы знаете. Хидео, что происходит? Люди Зилы были хорошо вооружены, но мы отбились от них. К сожалению, мастер Смит был тяжело ранен. Нет, нет, серьезно. Идите к нему быстро. Он говорит, что это важно. Я должен пойти и охранять вход. Останьтесь в живых, Хидео. В этом и заключается идея, сэр. Алло. Камико. Камико. Есть кто-нибудь дома? Вы в порядке? Я не знаю. Это было похоже. Это было похоже на удар тысячи огненных ножей.
О, это было то же самое вещество, в котором они стреляли в вас раньше. Я так думаю. Что сейчас делает ваше тело? Мое тело. Мое тело. Мое тело. Я этого не чувствую. Я совсем этого не чувствую. О, это плохо. Да. Спасибо за последние новости, капитан Очевидность. О, нет. Это может быть проблемой. Ах, рад вас видеть. Вы оба. Что случилось? Тело Камика, когда оно мутировало и вырвалось на свободу. Так оно и было. Это было яростно и связано. Она пришла за мной, но я не мог заставить себя причинить ей вред. Подождите, я убила его. Постарайтесь не двигаться. Я позову на помощь. У Якудзы должно быть немного. Я пытался. Эта рана пропитана какой-то темной силой. Я помог нам сопротивляться гораздо дольше. Действительно, я полагаю, что достиг конца своего пути. Нет. Он вас не слышит. Тогда позвольте мне говорить через вас. Я не знаю. Послушайте, есть. Мы должны кое-что сделать. Лечение завершено. Принесите мне фляжку из библиотеки. Здравствуйте, Январь. Как только наступит благоприятный момент, я завершу свою последнюю медитацию. Позвольте мне поговорить с ним. Что нам нужно сделать с фляжкой? Храните его в безопасности, пока не найдете способ внести его в тело Камика. Это исцелит ее. Тогда вам понадобится изгиб Ци, чтобы обратить душу вспять. Могущественный. Ритуал. Мне нужно поговорить с ним сейчас. Я Чи Бендер. Вы не можете сделать это сами. Позвольте мне угадать. Я ослепну. Ваша душа развоплотится и превратится в желание. Дрейф в эфире. Я не думаю, что вам это понравится. О, вы имеете в виду, вы позволите мне поговорить. Хорошо, хорошо. Смит, Камика хочет поговорить с вами. Я не совсем уверен, как все пройдет гладко. Ого, примерно так, я думаю. Да, дитя. Вы не можете умереть. Боюсь, вы ошибаетесь. Вы показали мне, что я чего-то стоил, и что я могу бороться, чтобы стать чем-то большим. Я видел только то, что уже было там. Это редкий случай, когда один человек действительно может помочь другому. Это подарок, который вы мне сделали. Что я буду делать без вас? Что бы вы сделали со мной? Уходите отсюда. Станьте самим собой. Спасите меня. Скорее всего. Не уклоняйтесь от величия дитя. Вдохните в него. Станьте именительным падежом. Вам не нужно искать свой путь. Это все время было у вас под ногами. Теперь перейдем к амулету. Дух? Хорошо, но подождите. Меня больше никто не ждет. Таким образом, я могу остаться на вашем пути еще на несколько мгновений. Я всегда буду любить вас. И я тебя, дитя мое. Что касается вас, Лоуэнг, да, присмотрите за моими учениками, если вам не все равно. Полегче с шутками про член. Хорошо. Черт. Я надеюсь, что у меня хватит сил выйти вот так. Когда придет мое время, вы... Подергайте меня. Что я сделал? Он потратил свои последние слова впустую на вас. Я предпочитаю думать, что он потратил их на меня. Если вы когда-нибудь еще раз пошутите над членом, это я. Либо это, либо кто-то принял позу снежного человека по рецепту врача. Yeah.
Вы должны поймать меня и дать мне это лекарство. О, это неудобно, вы идиот. Вы позволили мне уйти. Полегче с оскорблениями, леди. Давайте не будем забывать, кто управляет этим автобусом. О, поверьте мне, я помню. Хорошо, давайте просто будем идиотами. Хорошо, пойдемте. Где? Где угодно, только не здесь. Это было слишком давно. Амиона, это... То, что вы видите, всего лишь отражение. Я нахожусь в своем храме. Эй, послушайте, я бы с удовольствием наверстал упущенное. Но сейчас у меня как бы весь мир в заднице. Можем ли мы прийти и укрыться у нас? Мы будем сосать вас. Извините. Это самое малое, что я могу сделать для дорогого товарища моего брата. На самом деле, это звучит довольно неплохо. Прямо сейчас все решено. Тогда ищите меня между моими горами в долине, где не светит солнце. Пока прощайте, чувак. Почему она? Я знала, что она идет в лесу, но от этого у меня мурашки побежали по всему телу. У вас нет тела. Подробности. Она ненормальная, и она приставала к вам. Итак, у нас есть небольшая история. Я не вижу, какой у нас есть выбор. Она предлагает нам убежище. Она предлагает нам билет в один конец до Крипервилля. Хорошо, что вы не за рулем. Хорошо, я буду, если это не мой старый приятель Фейс. Амион говорит, чтобы мы совпали. Что, металлоискателя нет? Полагаю, вы не едите их, когда вы бессмертны. Вы находитесь на священной земле. Я был бы признателен, если бы вы отнеслись к этому с уважением. И я был бы признателен, если бы вы подавились арахисом. У всех нас разная борьба. Давайте, открывайте. Алло, это меня вы ищете, Ло Ванга. Прошло слишком много времени. Шоу уродов. О, здравствуйте. Позвольте мне угадать. Вы устали. Добро пожаловать к еще одному работодателю. Вы меня знаете. Еще один день. Еще один розовый листок. Они? Что они там говорили? Не могу справиться с Вангом. Да, что-то в этом роде. Да. Ну, здесь, на горе, мы определенно можем справиться с Вангом. Пожалуйста, знайте, что вы можете оставаться здесь столько, сколько вам нужно, чтобы отдохнуть, восстановить силы и спланировать свой следующий шаг. Спасибо вам. Я вам очень признателен. На самом деле, я думаю, есть одна вещь, которую вы можете для меня сделать. Назовите это. Это будет звучать странно. Я очень сомневаюсь, что вы сможете меня удивить. Хорошо. У меня в голове заперта молодая девушка. О, я так рада, что вы что-то сказали. Вы активно переходите. Вы рассказали об этом важным людям в вашей жизни. Нет, нет, это не так. Нет, нет, я понимаю, что об этих вещах бывает трудно говорить. Нет, это больше похоже на волшебную ситуацию. О, замечательно. Я так счастлива, что вы с этим согласны, дорогой. Нет, я спас девушку, и она мутировала в одном из экспериментов. Чтобы спасти ее, мастер Ци поместил ее душу в мою, пока он лечил ее тело. О, как очаровательно. Не совсем так. Его убили, и теперь она застряла. Мне было интересно, сможете ли вы вернуть ее душу, если мы сможем найти ее тело. Мой дорогой, о, извините, дорогие. Я была бы рада помочь вам. Подобные переходы заслуживают того, чтобы их отмечали с особой тщательностью. Я тронута. Вы бы спросили меня. О, замечательно. Кто эта девушка? О, она дочь большого босса Якузы. Я понимаю. Значит, вы забрали у них что-то ценное. Поверьте мне, я бы вернул ее, если бы мог. Вы двое не ладите. О, нет, нет. Она действительно, действительно замечательная. Не поймите меня неправильно. Но да, я хочу выкинуть ее из головы. Где сейчас ее тело? Да, так вот в чем дело. Он как бы мутировал в этого гигантского чудовищного зверя и убежал. О, ударьте Вана. Вы действительно попадаете в самые удивительные передряги. У каждого есть талант. Но мы простые люди здесь, на горе, и не приглашаем к приключениям. Я не смогу помочь вам вернуть тело. Но если вы сможете забрать его и вернуть первоначальную форму, я смогу разобраться с ее душой для вас. Превосходно. О,
И если у вас будет свободное время, поговорите с Гозу. Он был перегружен своими обязанностями и, возможно, нуждается в некоторой помощи. Вы перегружены долгом. Это похоже на Гозу. Я проверю это. Ну что же, похоже, вам определенно не терпится избавиться от меня. Есть одна вещь, которая мне понадобится для того, чтобы выполнить ритуал соединения душ, который я получила. Это наследственные ци. О, отлично! Я просто возьму немного у поросенка, вертлявого. Наследственная ци закодирована для каждого отдельного человека и передается в духе их семьи. Мне нужен близкий родственник или часть тела. Это не проблема. Я пойду отрублю руку ее бабушки. Бабушка? Нет, недостаточно мощности. Это должен быть родитель или брат или сестра. Она единственная. Ребенок в семье, и ее мама умерла. Тогда, я полагаю, вы ищете ее отца. И как, черт возьми, мы должны его найти? Принесите мне что-нибудь из его вещей, и я, возможно, смогу вам помочь. Что? Как один из его старых плейбоев. О, журнал подошел бы. Одежда лучше, оружие лучше всего, если вы умеете им управлять. Замечательно. Мы сразу же займемся этим. Итак, как только мы найдем вашего отца, нам нужно отрубить одну из частей его тела. Я думаю о нескольких, которые могут пойти. Нет ничего лучше свежего клипа. Дорогая, я дома. Скучаете по мне? Вы хорошо сделали, что зашли так далеко. Низкий вам, но на этом ваше путешествие заканчивается. Правда. Облом. Я дал знать своему турагенту. Как жаль, что это ваш последний день в живых. Вы никогда не поймете, что быть умным — это не то же самое, что быть мудрым. Убейте это! Что-то подсказывает мне, что Мушика не просто отдаст нам этот меч. Вы беспокоитесь о том, чтобы проиграть драку бабушке? О, я хотел убедиться, что вы не против. Если все пошло наперекосяк, то чем грязнее, тем лучше, когда дело доходит до этой сычки. Идите за ними, дамы. Рыбы с мелким телом. Ах, идея в том, как пройти через эту штуку. Ну, для начала это замок Z-Secure 9700. И это значит, что это самый продвинутый замок, который делает дело. Почти никто не может его сломать. Держу пари, что мой приятель попробует, и я смогу это сделать. Попробуйте. И я. Для вас это мистер Тротелуэн. О, попробуйте, не Тротелуэн. Мило. Эй, я сделал работу по химии и ничего. Даже не усмехнулся. Я не хихикаю. Если она хранит динамит где-то поблизости, он будет вооруженный. Извлекайте удовольствие из чего угодно, даже динамит. О, бабушка, какой у вас большой арсенал. Я пошутил насчет арсенала вашей бабушки. Это просто нечто особенное. Я надеюсь, вы включили это в свое резюме. Да, верно. Сразу после сосуществования на взаимном ментальном плане. Ну, с другими. Yeah!
Три, два, один, тук-тук. Knock-knock, bitch! Вы ищете моего хозяина, но вы должны знать, что я никогда не предам его. О, я в этом не сомневаюсь. В отличие от вас, я понимаю ценность верности и чести. Я знала цену своей сделки, когда заключала ее. Конечно, один ребенок заплатит наличными за бочкообразную головку. Как ваша дочь отнеслась к тому, что ее продали социопату? Извините, я имел в виду социопата. О, подождите, я думаю, я имею в виду и то, и другое. Она поняла свою судьбу. Родить великого ребенка — это благословение Камико. Дитя величия, давайте не будем увлекаться. Я отдала все, что у меня было, за это неблагодарное дерьмо. Возможно, однажды она осознает свое предназначение. О, видите? Зачем вам понадобилось идти и делать это? Я готова умереть за свои идеалы. Можете ли вы сказать то же самое? Я готов играть в гольф ради своих идеалов. Это все, что я могу сделать. Сивила до самого конца. По крайней мере, я последователь. У вас осталось хоть капли чести. Вы закончите то, что я начала. Это должно сработать. Это больше, чем я надеялась. Спасибо вам, Ло Ван. Это прекрасно подойдет. Дайте мне немного времени, и я найду этого таинственного человека. Привет, приятель. Лицо. Я вижу, что ваше лицо все еще выглядит как задница. Мне нравится обязательство, которое вы даете, что охранники научили меня сообщать вам, если мы найдем признаки местонахождения тела. Это здорово. А где же фрикадель переростка? Я отмечу место нашего последнего наблюдения на вашей карте. Почему вы смотрите на себя? Знаете что? Я собираюсь превратить вас из никчемного куска дерьма, просто старый кусок дерьма. И он только говорит, что вам не нужно бояться причинить ему вред. Он наелся черного царства и практически неуязвим. Теперь используйте все, что у вас есть. Так сделайте. Это было бы для меня удовольствием. Эй, мы имеем дело с моим телом. Полегче с товаром. Эй, я не прихожу туда, где вы работаете, и не даю пощечин. Раствор гексахлорбутадиена. Да, гексахлорбутадиена. Бьютадин. Из ваших рук, чувак. Вы проницательны. Вы вообще можете время от времени чувствовать тело. Смутно. Тем не менее, он становится все слабее с каждым разом. Например, когда вы сидите на своей руке и чувствуете, что она принадлежит кому-то другому. Да, просто так. Только не отвратительно. Давайте пойдем. Бейте. Не говорите так.
хороший день, чтобы умереть за меня. Боже мой, похоже, вы хорошо растете. Кто вы такой? Мой жуткий дядя? Нет, я крутой дядя, который тайком угощает вас пивом и позволяет вам водить его. Как хотите. Послушайте, Гоза сказал, что он пил уличную сырость. Он не просто становится больше, он становится сильнее. О, замечательно. Как долго это будет продолжаться? Я не могу сказать. Вы могли бы сказать мне, я не... Вам нравится быть идиотом? Нам нужно остановить это дело. Чем скорее, тем лучше. Лоанг, вы вернулись, но я не вижу вашей добычи, и вы никогда этого не сделаете. Вы двое пригнитесь. О, хорошо. О, вы имеете в виду, что я не вернул тело? Да, это так. Я? Вы будете недовольны. О, нет. Что она собирается делать? Нахмурьте меня до смерти. Вы знаете, где это? Не совсем так. Но я знаю, у кого это есть. Зила. Зила. О, но это ужасно. Я должен немедленно сообщить своей госпоже. Да? Не позволяйте мне вас задерживать. Вы готовы к следующему этапу вашего путешествия? Я готов закончить. Выполняю поручение. Путь к росту часто лежит в том направлении, которого мы меньше всего ожидаем. Приветствуйте необычное как возможность, а не как бремя. Я не могу видеть точное местонахождение Аксаканика. Мамуши Хака оставила сильный отпечаток на этом предмете, который затуманивает мое зрение. Но я могу с некоторой уверенностью сказать, что вы найдете его в непосредственной близости от ворот. Да-да, мы уже были там. Я не видел никаких его признаков. Вселенная ставит неожиданное на нашем пути, чтобы показать нам свои секреты. Возможно, он недавно отправился туда. Или, может быть, вы не знали, что искать. В любом случае, я уверена, что он сейчас там. Хорошо, что я должен ему ответить. Пожалуйста. Назовите его член. Его член. Его член. Его член. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Подойдет любая часть тела. Да, но рука обычно самая легкая. О, черт. Но вы должны пойти сейчас, чтобы перехватить его на случай, если он в движении. Я думаю, что узнаю эту местность. Да, это определенно выглядит знакомо. О, черт. Это удивительно. Кирин, избавьтесь от него. Никоим образом, чему я обязан этим удовольствием. О, я пришел не для того, чтобы повидаться с вами. Вы вымыли кучу демонического дерьма. Я ищу Акваса в качестве большого босса. Нефтяной бум. Нефтяной бум. Вы действительно думаете, что он стал бы околачиваться здесь с такими негодяями, как вы? Так вы его знаете. О, он довольно увлекательный персонаж. Что вы будете делать, когда найдете его? Сбросьте с него несколько кусочков. Мне нужен только один. Но с этим парнем давайте просто скажем, что это личное. О, дорогой, я не думаю, что он это потерял. У каждого есть переломный момент. Муши Хака, безусловно, сделал это. Чепуха. Она никогда бы не предала. Предать его? Значит, вы. Нет, это невозможно.
И больше нет смысла хранить тайны. Мои попытки проявить добрую волю были окончательно подорваны моим незаконно рожденным отпрыском. Что? В любом случае, что Богу нужно от босса якудзы. Мне кое-что было нужно. Ей что-то было нужно. О, теперь я вспомнил. Вы обеспечили ей мускулы, чтобы удержать ее у власти, и она позволила вам надругаться над ее дочерью. Мила, я бы не ожидал, что вы поймете. О, нет, я понимаю. Сила для секса. Все это изложено в книге. И, эй, вы даже получили ребенка в подарок. Она вас не касается. Что же, мне неприятно вас огорчать, но папина дочурка совсем взрослая. И она не самая большая ваша поклонница. Чувства Метиса не имеют для меня никакого значения. Я убью его. Я убью его насмерть, когда вы вернетесь. Папа, я не знаю, когда, но тогда мы хорошо проведем время. Папа, вы знаете, тогда мы хорошо проведем время. Ах, достает меня каждый раз. Я рад, что вы развлекаетесь. Весь остальной мир смеется над вами. Почему бы вам не присоединиться? Я в любой день стану посмешищем над насильником. Это была деловая заговоренность. Продолжайте копать, приятель. Где-то там внизу есть пони. Если вы связали свою судьбу с моей сестрой, я ничего не могу для вас сделать. Она столь же двулична, сколь и глупа. Ой, мне ужасно жаль, но сегодня я не могу пожертвовать ни одной частью тела. Одолжите, но обязательно зайдите ко мне после того, как моя дорогая сестра отдаст вас сушиться. Мне так нравится хорошо смеяться. Я буду в старом кабинете муши-хакера на прачечной. Фух. Вот и весь район. О, и просто чтобы вы знали, я действительно добавляю крахмал в свои рубашки, но не слишком много. У меня руки чешутся. Хорошего дня, придурок. Ну, это многое объясняет. Да, например, почему муси-хикер послал нас с этим дерьмовым поручением, где мы случайно встретились с ним, и почему я чувствовал себя уродом всю свою жизнь. Что же, я рад, что это было поучительно для вас, доктор. Очаровательно. Напомните мне, чтобы я больше не вырывал у вас пространство в моей голове. С меня хватит вашей испорченной семьи, когда я предполагала, что ваша семья была лучше. Я сам по себе с тех пор, как мне исполнилось 5 лет. Я их почти не помню. Я провела 3 года со своими, и не могу забыть ни минуты. Подождите минутку. Я имела в виду 23? Нет, подождите. Это невозможно. Столкновение произошло 5 лет назад, и Мизу не мог встретиться с вашей мамой раньше. О боже мой, серьезно, вам 3 года. У меня в голове бегает 3-летний ребенок. 3-летний полудемон. О, как это обнадеживает. Давайте навестим вашу тетю. Может быть, она сможет добавить в это дерьмо какую-нибудь ядовитую вишню. Мороженое. Мой храбрейший воин, вы вернулись ко мне. Не могла бы она быть немного более вкрадчивой? Заткнитесь. Боюсь, у меня нет хороших новостей. Разочарование — это просто вселенная, щекочущая ваш живот. Я не получил эту. Тем не менее, вы живы. Там, где есть дыхание, есть надежда. Там, где есть дыхание, есть приятные банальности. Я сделала что-то, что вас разозлило. Не больше, чем кто-либо другой, из-за кого меня чуть не убили. О, значит, Аабун доставил вам неприятности. Только в той мере, в какой он бессмертный повелитель демонов, благо Аамизу. Так оно и есть. Эй, вы знали это? Двуличный коварный маленький. Это было очевидно потому, как он вел свои дела. Давайте просто скажем, что у него был аромат моего брата. Так почему же вы это сделали? О, вы пытались убить меня. Цифры. О, нет. Я никогда не хотела причинить вам вред, мой благородный защитник. Ну, у вас забавный способ показать это. Однако я пыталась убить ее. Она ваша маленькая попутчица. Действительно смешно. И моя смерть в процессе была прискорбным побочным эффектом. Я чувствую себя совершенно ужасно из-за этого. О, вы бедняжка. Но, похоже, я вас недооценила. Вы выбрали путь ненасилия, как и ваш брат. Не имеет значения. Я надеялась сохранить свою совесть чистой в этом вопросе. Но отчаянные времена требуют насильственных смертей. О, дорогой. Да, госпожа. Не могли бы вы, пожалуйста, убить этого человека для меня? Да, госпожа. О, вот хороший мальчик. До свидания, Лонг. На этот раз постарайтесь остаться мертвым. Эй, подождите. Я был прост.
Внимание! Когда я выйду отсюда, я планирую уничтожить всю вашу семью. Я подержу ваше пальто. Что это, черт возьми, такое? Он запечатан какой-то силой ци, так что распечатайте его. Что вы думаете? Вы знаете, ваш дядя не слишком разбирался в магии. Вы думаете, что его меч мог бы помочь? Я не вижу сейчас слишком много других вариантов, не так ли? Эй, вы же не думаете, что какая-то часть его энергии все еще может быть в этой штуке, не так ли? О, вы имеете в виду, может быть, ваш старый друг мог бы волшебным, но душераздирающим образом поговорить с вами из-за могилы? Вы думаете? Подождите, тихо. Что? Послушайте, что я слушаю. Это звучит как легковерие. Ого, что-то происходит с этим мечом. Я знаю. Я фокусирую свой ключ через него. Протяните это. Хорошо, вот вы где. Ого, спасибо, старина. Вы на коленях. Составьте довольно хорошую команду. Ничего. Странно. Что? Я думала, что когда мы выйдем из этой комнаты, мы сможем телепортироваться. Но я все еще не чувствую статус. Как будто что-то заедало. Мне, наверное, следует их уничтожить. Точка. Я люблю запах кишок демона по утрам. Вот и мы. Одна башня на резине. Это вообще глагол. Именно сейчас определенно изменились интерференционные картины. Если вы сломаете другую, я, возможно, смогу вытащить нас отсюда. Разрушение вещей — это то, как я переключаю свой парализующий страх перед импотенцией. Это ужасно проницательно с вашей стороны. Я просто решил, что опередил вас в этом. Новая жизнь. Бум. Идет башня. Как сейчас погода? Солнечное небо. Мы готовы к взлету. Давайте начнем с демонической задницы. Эй, это мои люди. Все чьи-то люди. Это их вина, если они встанут у меня на пути. Мне неприятно это делать. Но нам нужно навестить вашего папу. Должен быть другой способ. Мне нравится иметь с ним дело не больше, чем вам. Но Смит мертв, кто меня ненавидит. А Амиона помешан на какао-условиях. Вы знаете кого-нибудь еще, кто может вернуть вашу душу обратно в ваше тело? Он найдет способ сделать это для себя. Вы, ребята, можете провести свой бумажный лунный момент в свое свободное время. Хорошо. У меня есть разбитая оболочка жизни, к которой нужно вернуться. Спасибо. Может быть, вы сверхъестественный извращенец, но у вас был номер вашей сестры. Она пыталась убить вас. Какой сюрприз. Не первая женщина, которая нанесла мне удар. И вы приползли обратно, чтобы попросить у меня прощения. Не совсем так, больше похоже на одолжение. Зачем мне что-то делать для вас? Я думаю, мы можем помочь друг другу. Продолжайте. У меня есть информация о Камико. Я видел ее в лесу, пьющей из темных озер, испорченной до неузнаваемости. А почему вы стали ее отцом в первую очередь? Ворота должны быть получены. Я использовал Амиону раньше, но она оказалась невероятной. Да, попробуйте психотически. Я сделан из более прочного материала. Я хотел, чтобы печать выдержала это время, поэтому я планировал сделать ее из чего-то, что появилось у меня вместо этого. Все это было для того, чтобы не думать. Томми выходит за рамки всякой надежды. Скажите ему. Правда. Сделайте это. Скажите ему, что я здесь. Вы знаете, это просто ее тело.
Ее душа цела. Что? Где она? Прямо здесь. Ваш рот снова издавал эти бессмыслицы. Вы можете что-нибудь с этим сделать? Она у меня в голове. Придурок. Что? Я не думаю. Ах, гениально. Я впечатлен. А еще лучше, у меня есть сыворотка, которая устранит повреждения организма, если мы сможем ее ввести. Вы можете вернуть ее душу обратно. Мистер Ван, я полагаю, что у нас есть взаимопонимание. Здравствуйте, Амиго. Рад наконец-то встретиться с вами. Даже если это произойдет через это место. Вам очень нравится. Вы жалкий кусок дерьма. Аята. Да, она очень тронута. Давайте приступим к работе. Я отправил разведчиков через дыхание Онисима. Тело Камико будет найдено. Тем временем мне нужно, чтобы вы кое-что сделали. О, теперь мы друзья-приятели. Я что-то пропустил. Это приносит вам такую же пользу, как и мне. Это просто не годится, если мы спасем Вселенную через несколько минут после того, как моя сестра уничтожит ее. Вы правы. Вы заметили всю эту глупость. Он существует с момента столкновения. Не по такой цене. В последние несколько недель священники Амиона колдовали над этим везде, где только могли. Я думаю, что они пытаются дестабилизировать ворота. Может быть, кто-то просто проделал дерьмовую работу, запечатав ворота. Печать сохранилась бы, если бы вы не вмешивались в дела, выходящие за рамки вашего положения. Это было сделано для того, чтобы надрать вам задницу. Я думаю, история простит меня. Мы должны это выяснить. Верховный жрец Амиона находится в лесу, порождая его. Это эвфемизм. Идите и остановите его, вы идиот. Где она нашла этого парня? Привет, Спарки. Эй, Спарки. Вы кое-чего достигли, не разрушив Вселенную. Как чудесно. О, Мисо, вы в таком хорошем настроении. Вы только что пришли после того, как задушили нескольких котят. Боюсь, что сейчас я исчерпал свой запас. Я просто кайфую от жизни, если мы все еще называем это так. Эй, скажите мне кое-что. Что все-таки находится за этими воротами? Зачем нам их запечатывать? Это невозможно описать человеческим языком. Упрощенно говоря, это тень реальности. Противоположность всем известным. Все это невидимо. А что произойдет, если ворота откроются? Наш мир был бы засосан вместе, навсегда увяз в хаотическом хаосе. Мир без смысла, лишенный тени и света. И я, владелец, держал их отдельно в одиночку. Неудивительно, что она немного сошла с ума. Она была непригодна. Она всегда была самой слабой из населения. Мне нравится, что вы не боитесь проявлять заботу. Уже почти время. Вы должны привести свои дела в порядок, такие, какие они есть. Разберитесь со всеми незаконченными делами, а затем встретимся здесь. Как только мы начнем это, пути назад не будет. О, захватывающе. Зинг согласился помочь нам найти тело Камико, но он находится в щекотливой ситуации.
Он продает дела, а с теми, кто предает своих работодателей, не часто обращаются хорошо. Расскажите мне об этом. Особенно если у них нет шеи. Действительно затрудняет выполнение задания, чтобы вы могли понять его нежелание передавать эту информацию по коммуникационной сети. Зила набросилась бы на него, как кукает на гору. Действительно, вы должны пойти и встретиться с ним лично. Он направит вас к телу, как только вы его освободите. Встретимся у внешних ворот. И как, черт возьми, я должен его туда доставить? Благодаря своему первому для черного дождя, тело, естественно, будет притянуто к ворот. Но мы должны быть осторожны, чтобы перехватить его до того, как он прибудет. Если он выпьет слишком много, он может стать слишком сильным, чтобы его можно было контролировать. Подождите. Позвольте мне убедиться, что я все правильно понял. Я собираюсь освободить монстра, а затем держать его подальше от того, чего он хочет больше всего. И если я потерплю неудачу, наступит конец. Мы не вступаем в войну с тем планом, который нам нужен. Мы вступаем в войну с планом, навязанным нам сверхъестественными социопатами. Это не мое первое родео, Скиппи. Давайте сделаем это. Это ничего не значит, если в нем этого нет. Зинг, что происходит, приятель? Здравствуйте. Как поживает комик в этой выдвижной яме, которую вы называете мой? Это здорово. За исключением той части, где я ненавижу свое существование. Каждое второе число дня она говорит, что научилась получать от этого удовольствие. Удивительно, но я рад это слышать. Пожалуйста, обращайтесь с ней осторожно. Она единственный член моей семьи, который чего-то стоит. Вам удалось найти ее тело. У меня есть, но они перемещали его ежедневно, иногда. Позвольте мне посмотреть, где это можно взять сегодня. О, дорогой, это выглядит нехорошо. Что, похоже, Зека был предупрежден о вашем присутствии. Вы можете подраться с парнями. Продолжайте поиски тела. Я позабочусь об этих парнях. Новый. Вот это было бодряще. Есть какие-нибудь успехи в поиске этого тела? Да, я скоро узнаю ваше местоположение. Спросите его о воротах. О, да, я хотел спросить вас. Вы были там в первый раз, когда ворота были запечатаны. Что случилось? Там хвост? Все началось. Хорошо, вы можете дать нам 32-ю версию. У вас смертных нет концентрации внимания. Мы, типа, должны пойти спасти мир и все такое прочее очень хорошо. Вся энергия в царстве теней происходит от хаотических сил пустоты, но в чистом виде эти силы подают на нас в суд в своем изначальном потоке. Вот почему Энра начала нашу войну против сил хаоса, чтобы вернуть контроль. Битва бушевала веками, пока мои армии не одержали верх, превратив хаос в прямой. Затем Хаджи построил мощный набор зачарованных врат, чтобы сдержать. И Мизу запечатал их ритуалом, используя единственное, что у нас было достаточно мощно. Это идет эти пухающие душа. Ах, наверное, пахнет еще хуже. Проблема была в том, что нам все еще нужна была энергия из-за врат, чтобы питать наш мир. Но теперь это должно было пройти. Амиона оказала на нее огромное давление. Отсюда и слезы, которые стали вашим топливом. Да,
Сейчас страшно думать об этом. Это могло бы сработать. Мы были скромны в своем использовании. Вместо этого Энра, Мизу, даже Хаджи использовали силу правления Амиона, чтобы подпитывать свои желания, воздвигая памятники собственному величию. Затем, чтобы защитить поток энергии, они изолировали ее. Одиночество и печаль медленно сводили ее с ума. Смерть Оджи и Энры, похоже, подтолкнула ее к краю пропасти. Такое недавнее поведение. Вы имеете в виду секс-видео, или они пытаются уничтожить Вселенную? Оба здесь, черные. Именно там сегодня держит тело. Удачи, дорогой мальчик. Не идите и не позволяйте себя убить. А теперь, если вы меня извините, я нужен моей публике. Если только вы не позвоните Дину и не попросите его открыть дверь. Если я этого не сделаю, действительно. Эй, это мой парень. Эй, вы не могли бы мне помочь? Входим в здание здесь. Я оставил свой ключ в других штанах. У вас есть другие штаны. Представляете? Я болен. Хорошо, соедините меня только один раз. Вот. Спасибо, приятель. Вы всегда держите меня впереди игры. Вам повезло. У меня есть чувство юмора. О, смотрите, вот выход. Вы хоть представляете, как странно видеть себя такой, как 30-футовое чудовище ростом? На самом деле, я немного ревнивый. Давайте. Нельзя терять времени. Единственный путь туда, через кабинет Зилы. Нам понадобится карточка ключ. Вы уже бывали там раньше. Это моя старая родина, милый. Вот дерьмо. Это было похоже на вас, не так ли? Я вроде бы никогда больше этого не делал. Я обещаю. Мне показалось, что я почувствовал запах комиксов и лосьона для рук. Вы потеряли руку, когда мы в последний раз встречались с Зилой. Я не рекомендую проверять меня снова. О, я бы и не мечтал об этом. Такому старику, как я, не сравниться с могучим Ловангом. Но мне любопытно, какова ваша точка зрения здесь? Зачем вы пришли за этим чудовищем? Кажется, все остальные хотят есть. Я просто хотел пообщаться с крутыми ребятами. Поверните назад, Лоанг. Сейчас ей уже ничем не поможешь. Было время, когда я думал, что эта бедняжка может быть моим величайшим достижением. Но, увы, похоже, у нее не хватило внутренней силы духа. Бросьте еще один труп на слабину. Куча прогресса. Прогресс требует жертв. Конечно, только не вами. Я последняя надежда человечества. Я все, что стоит между нами и забвением. Мои методы могут показаться безрассудными, но я уверяю вас, что в данных обстоятельствах они жизненно важны. Это чертовски здорово. Я просто возьму свою пробковую лопату. Когда врата падут, солдаты проекта «Надежда» будут единственным, что может спасти нас. Вы сами были бы отличным кандидатом. Возможно, вы немного упрямы, но у меня есть чип-ци, который может это исправить. Я бы умер первым, если вы настаиваете.
Мы должны прекратить подобные встречи. Эй, я знаю. Хотите выйти вместе? Эта дыра все равно никогда нас не ценит. Цинизм – прибежище морально обанкротившихся. Если бы у вас была хоть капля честности в ваших домах. О, вот и два моих маленьких голубка. Амиона, что за... Вы, Анимус, сражаться друг с другом бесполезно. Но я понимаю, как это должно быть волнующе. Велосипедный дьявол, пожалуйста. Ваша зависимость от насилия выдает вашу неспособность осознать эмоциональную правду в вашей ситуации. Какая эмоциональная правда? Из глаз. Вы должны мне Кока-Колу. Вы оба. Похоже, кто-то залез в мамину аптечку. Это главная сигнализация. Защитная камера тела была взломана. О, да. Мои последователи очень преданы. Они были только рады стать добровольцами для проекта «Надежда». Как я уверена, вы можете себе представить, чипы-чип, которые вы вложили им в голову, были довольно просты для меня, чтобы взять меня под контроль. В любом случае, мой, ваш, наши люди сейчас освобождают тело. Это звучит плохо. Ваша борьба друг с другом подошла к концу, и вы можете поддаться притяжению, которое двигало ею все это время. Влечение. Сделайте это, идиот. О, конечно, вполне естественно беспомощно тянуться к своей противоположности. Эта энергия является творческим двигателем всей жизни во Вселенной, от подростковой романтики до черных дыр. Вы что-нибудь из этого понимаете? Так радуйтесь же. Вам больше не нужно сражаться с тем, кого вы больше всего желаете. Предмет вашей ссоры находится вне ваших рук, и вы вольны провести конец света в объятиях друг друга. Охрана. Я убил всех ваших богов. Все они. Я был на веревке. Я боюсь, что это всего лишь проекция или обман. Сейчас я с телом. Через несколько мгновений я стану единым целым с этим существом. Тогда я исполню свое предназначение и, наконец, отдохну. До свидания, друзья мои. Пожелайте мне удачи. Идите домой, дорогой. Вы готовы выполнить ритуал? Это неловко. Вы отпустите меня. Не раньше, чем вы поцелуете меня, дурак. Мы должны выйти к воротам. Я могу доставить сюда транспорт через несколько минут. В этом нет необходимости. У меня есть более быстрый метод. Прекрасно. Я встречу вас там. Не делайте ничего опрометчивого до моего приезда. Здесь будет маленький Ву. Я здесь. Теперь мы на одной стороне. Вы должны взять это. Он оснащен новейшими технологиями Джи. Это может иметь значение для победы над телом. Не будем мехотилами. Это расплата за то, что вы не стали сотрудником месяца. Убирайтесь отсюда. Я уже в пути. Лувана, тащи ее, пока я не доберусь туда. Да, сэр. Капитан. Ага, сэр. Вы можете просто устоять перед искушением уничтожить мир в течение 5 минут. О, ну что же, я так люблю хороший апокалипсис. Выживание нашего вида висит на волоске. Вы беспомощный идиот. Не забывайте о незрелости. Не предпринимайте ничего радикального, пока мы не прибудем. Что это? Вы расстаетесь. Я все еще вас слышу. Я знаю. Пока, милая. Ни в коем случае. Вот вы где. Амин. Это заняло тело. О, это был тот гигантский зверь, которого я видел, пытающийся уничтожить человечество. Мир Тесси. Когда газу перенесла в него свою душу, напряжение заставило его снова. О, замечательно. И она выпила всю черную ярость, до которой смогла дотянуться. Возможно, она уже достаточно сильна, чтобы разрушить врага. Хорошо, я просто выйду и скажу это. Я думаю, что этот девичник вышел из-под контроля. Вы думаете, что противоядие Смита вообще подействует на нее? Это единственный выход. Усмирите ее и дайте лекарство. Если это сработает, я верну душу Камико в ее тело. Тогда я могу использовать Камико для потолка. Верно. Используйте меня для... Таков его план. Привет, я. Дело в потолке. Это что-то смешное. Вы знаете, выживете ли вы? Это не ваша забота. О, спасибо, папа. Черт возьми. Позвольте мне угадать. В этом году никакого подарка на день отца. Идите.
Вы прикрываете меня здесь, верно? О, да. Трахните этого фашистского придурка. Я остановлю тело, но я не отдам его на руки. В основном. Мне кажется, и у вас растет совесть. Эй, только никому не говорите. Это плохо для бизнеса. Святые угодья. Вы украли мое тело. Вы даже не голодны. Чего вы ждете? Хорошо, давайте вернем мое тело. Хорошо. Теперь остались только я и она. Это совсем не похоже на свежую обувь. Вы готовы убить несколько человек. Вот и все. Она ранена. Быстро нанесите препарат на свой меч. Хорошо. Вот и все. Спасибо вам. Поблагодарите меня. За что? Вы убиваете меня. Кто сказал, что я собираюсь вас убить? Быстро. Тело умирает. Мы должны вовлечь в этот комик, пока не стало слишком поздно. Оставьте тело моей дочери. Я убью ее сейчас, прежде чем мой отец сможет обучить ее и заманить меня в ловушку. Я бы хотел, чтобы, убив вас, вы чего-нибудь добились. Это вечеринка или похороны? Почему у вас такие вытянутые лица? Дядя Зинг! Что здесь происходит? Я пытался запечатать врата, но этот Тион разрушил все мои усилия и, скорее всего, обрёк нас всех. Я просто хотел погладить кролика. Джордж, вы импульсивный дурак. Ситуация действительно кажется немного мрачной. Есть другой способ. Это место – душа. Хорошо, не так ли? Это так. Вместо того, чтобы видеть, как врата закрываются моей жертвой, давайте увидим, как они открываются моей жертвой. Полная чушь, не так ли? В конце концов, это ворота, а не стены. Брат, возможно, нам следует привести их в соответствие с их назначением. Этот мир не выживет. Этот мир изменится. Но мы идем дальше. Я родился из этой энергии, и я могу подчинить ее себе. Позвольте мне исправить эти израненные миры друг перед другом. Это то, для чего я была рождена. Невероятно. Я не буду участвовать в этом безумии. И иногда безумие — единственный путь, открытый для населения. Я помогу тебе, дитя. Хорошо. Камень, вы все упаковали. Я стараюсь путешествовать налегке. Спасибо вам, Луанг. Вы были мне хорошим другом и достойным партнером. Устроите им ад. Хорошо. Вы можете на это положиться. Поехали. Вы? Что? Это моя девочка.